Здрасте. Минуточку. А что? Что-то не так? Нет, нет, все в порядке. Стандартная процедура. Саш. Вы очки-то снимите, не на пляже все-таки не положено. Паспорт у вас какой-то потрепанный. Да ладно, перестаньте. Я же вижу, вы меня узнали. В том-то и дело, что узнал. Куда направляетесь? В США. А, решили в американский футбол перебраться. Правильно, там ворота побольше. Сложно в них не попасть даже вам. Потом там шлем дают. Можно глаза прятать от болельщиков. Вас как зовут? Лейтенант погранслужбы Горелов. Слушайте, Горелов, классный юмор. Теперь верните паспорт, мне на рейс бежать нужно. Вот, на рейс вы бегаете, а по полю выходите. Цель поездки? Деловая. Конкретней? Съемки рекламного ролика. Чипсы, шампунь. А я не понимаю, вам что, доплачивают за то, чтобы над людьми издевались? А я бы вот вас то же самое хотел спросить. Как можно не попасть вот таким мячом с 2 метров в 7-метровые ворота? А я смотрю, ты попадешь. Запросто. 10 из 10. Пенальти. Конечно. Показать? Покажи. Только жалко, вот вратаря нету. Я могу постоять. Ну а что, я свободна, пока Казахстан идет. Стоишь?